год нашей телестройки. Я не старела. Я только пела, как умела. Черно-белый конь. С праздником! Ну, здравствуйте, мои дорогие любители сюрпризов и праздников. Это я. Вот. А это наша сегодняшняя доставка. Доставки бывают разные. Там полоса черная, полоса белая. Вот сегодня мы доставляли черно-белого коня, который называется зеброй. Вот. Но так бывает, что заказчики уходят в университет и все. Но тем не менее... Праздник остается в их сердцах и на двери. А еще нас прогоняла бабушка из подъезда. И мы чувствовали себя от этого молодыми и бойкими. Вот, все,